Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заберем награды. Посмотрите рекламу. Откройте набор карточек. Дальше у нас используйте ускорение, потратить еду и собрать 3 моды. И сделать 3 сделки. Ну что, давай сделки попробуем, наверное, сделать. Так, ДНК на баксы. ДНК на... Ладно, давай сделаем. Так, тут потратили. Здесь. Нифига себе. Так, закалка. Увеличивает запас ОЗ на 20%. На 458 тысяч монет. Не хочу. Это я тоже не хочу делать. Так, увеличивает показатель атаки всех союзных существ на 100. Нет, воздержусь. Вот это можно поменять. Дело фазаура. Так, и последнюю нужно сделку, да? Ну, давай, наверное, зайдем в юрский. Выберем, к примеру, о, джунгриптора. На бакс поменяем одного. 10 долларов. Все. Забираем здесь награду. И теперь нам нужно использовать ускорение. Или потратить еду. Так, у нас награда. 250 тысяч монет. Так, нам бы вот сюда кого-то зарядить на самом-то деле. Так, Гуанлунь пускай сидит. Так, Дилофазавр. А интересно, в кого он у нас может эволюционировать? Понятно, а нам нужен будет Эрликозавр, но у меня его нету. То есть он есть, но не 40 уровня, естественно. Так, тут у нас Аллозавр. Это у нас Ихтиостега. Все не то, Пастозух. Блин, может быть, его нам начать прокачивать? Что скажешь? Колоборинг. Велоцираптор. Блин, да кого же нам прокачать-то? Ютараптор. Или... Давай поставим пирораптора, фиг с ним. Пускай начинает эволюцию. 29 минут. Он за нашу игру успеет эволюционировать. Надеюсь на это. Так, а теперь нам нужно кого-то покормить. На 400 тысяч. Ладно, давай-ка посмотрим, может быть. Аммонитов. Не выходит. Блин, все равно маловато. Кто еще тут хочет прокачаться? Так. Смотри, опять, ребята, здесь почему-то долго идет прогрузка. Нифига у нас сколько леоплевродонов этих. Так, задание выполнено. Неужели это именно по еде? Так точно. По хавчику. Так, дальше у нас что идет? Используйте ускорение, собрать моды. Быстренько пойдем и соберем моды. Будем делать за деньги. Ну что, Дельта, давай что-нибудь путевое мне. Дай, пожалуйста, пак. Мне очень нужен пак. И к тебе. Увеличивает запас ОЗ на 40%. Так, следующий раз крутим. И на этот раз нам достается несокрушимость. И последний. Это у нас уже редкие моды. Достается нам... Отключает мод вражеского существа. Как-то так. Так, открыть наборы карточек. Ладно, давай смотреть, что у нас по ежедневкам. События. Так, эволюционная борьба. Защитите свою территорию. Столкновение с Насутоцератопсом. А вот это уже интересно. Я, пожалуй-ка, пойду сюда. Если это у нас травоядник, то против него очень будет эффективен Индоминус, верно? А, так тут три. Тогда сделаем проще. Возьму Таникалагриуса. Возьму, наверное...
Индоминуса. И третьим будет у нас Карнар. Нет, вот этот вот. Давай так сделаем. 1,5 миллиона за стычку, ребята. 1,5 ляма. Представляешь, сколько они требуют. Ну что, тут с одной плюшки врубаем. Поехали. Да, Николай Грюс пока рулит. В принципе, этого тоже можно с одной плюшки вырубить. И что творит? Ответочка. Незамедлительно. Вырубили. Так. Третий. Смотри, а уровень-то повышается потихоньку. Раз, два. Давай так попробуем. Вырубаем. Так, 71 уровень. Мне кажется, он ничего не сможет сделать. Раз, два, три. Раз, два. И тут вырубаем. Так, 90 уровень. 118 к атаке. Опять ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два, три. Ах ты, жук. Ах ты, жучара. Вот, значит, что ты делаешь, да? Ну, ладно. 5. Одну очку действия он себе оставил, да? Получается, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Вырубаем. Так, выходит уже 109 уровень. 138 к атаке. Он абсолютно ничего не стал делать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Проверим. Вырубаем. Так, следующий у нас 144 уровень. Вырубает. А нет, нет, не получилось у него. Так, получается, раз, два. Вот так вот. Вот это я оплошал. Вот это я оплошал, ладно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты серьезно? Он сейчас все будет сливать. Да ладно. Раз, два, три. Ну-ка так, если... Готов. Ну что, ребята, предпоследний Насуто Цератопс вышел. Он все сливает. Как скажешь. Ну что, мне достаточно здесь двух атак. Пробиваем. Блин. Что-то я как-то просчитался чуть-чуть. Ну, я думаю, что он все равно уже не жилец. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Так, добиваем. Ну и последний выползает. Ну, что я могу сказать? По-моему, все, тут победа за нами будет. Добиваем его. Красиво. Ну что, Индоминус у нас победил. Мы завершаем это задание и сейчас получим одну карточку, да? Даже тут у нас набор. Еда, еда, еда и Насуто Цератопс. 130 очков доверия. Так, следующее событие какое у нас там идет? Защитите свою территорию. А, у нас еще и Дрожь Земли. Блин, Зуходус — это крутой чувак. Мне бы хотелось бы его получить. Но сначала все-таки защитим свою территорию. Твою дивизию, ты посмотри. Эдиоморфодон, Эоламбия и Рамбургиана. Трындец. И что, я так понимаю, что это будут чисто... А, эволюционная борьба, тут что? Блин, может быть, сюда лучше пойти?
Любые гибриды 3? Ну, допустим, если я возьму здесь... Блин, я не знаю, ребят. Мне кажется, я не смогу пройти ни вот это событие, ни вот это. Может быть, пойти нам просто-напросто на дрожь земли да поиграть? Я понял, дрожь земли... Тихо, я... Водная? Ё-моё. Ну что же, поехали. Раз, два, три. Дрожь земли, оказывается, у нас водная. Ну что ж, давай тогда попробуем. Так, блин, ксенотодон, это уже гибрид. Что-то как-то резко, мне кажется, да? Мы только начали играть, уже гибриды пошли. Ну что ты там долго-то грузишь, вот объясни мне, а? Ну вот как вот я должен здесь драться? Меняемся. Ой, сейчас две атаки, и мне, наверное, крышка, да? Одну. Блин, 774, да как мне его пробить? Скажи-ка мне на милость. 74 атаки против 774 хп. Я не знаю. Я просто, друзья, не знаю, как мне тут это сделать. Так, он взял две защиты. Сейчас пропишет, скорее всего, да? Вот чего-то он там выжидает, а? Ну что, мочкануть по нему, что ли, я не знаю. Давай мочканем, наверное, тогда. По полной программе уже. Вырубаем. Неужели, блин? Но это только первый был. Там еще двое стоит. Там еще двое стоят. Тем более, это уже гибриды. Правда, хп не очень много, но все-таки, ребят. Еще вытворяет. Такс. Поехали. Так, он сейчас будет сливать абсолютно все. А у меня остается только лишь геликоприон. 450, да? Раз, два. Блин, 305 к атаке. Ё-моё, ребят. Неужели пропустит ход? Все, это фиаско. Это, ребята, фиаско. Ну что я тут могу сделать? Только лишь в атаку, в защиту нет смысла вставать. Понимаешь сам, да? Тут я проиграл, потому что я не думал, ребят, что здесь уже пойдут на самом начале уже гибриды. Окей. Раз они так, тогда и мы будем так же действовать. Я-то думал, что мы возьмем с тобой слабеньких, отыграем на слабеньких и потихоньку-потихоньку будем подрастать. Но не тут-то было. Окей. Раз они так, значит, и мы пойдем. Так, берем Архилона. Возьму Плезиозавра и... Аммонита, наверное, да? Да, возьмем вот так вот. Посмотрим,
Что он сейчас против нас выставит? Неужели опять гибриды будут? Ну давай ты быстрее. Блин, гориллы, и опять там у него какой-то гибрид. Опять у него, по-моему, там легендарная карта золотая. Ладно, давай посмотрим. Что, не будет меняться? Меняется все-таки, ребят. Туса Теутис. Так, а у нас вот такой вот есть, да? Давай посмотрим. Так, меняется опять. Берет плезиозавра. Нам придется вернуться на нашего Архилона. Я рискну сделать так. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотя, смотри-ка, добили, а я думал, что не получится. Так, ну этот Ахламон сейчас звезданет по нем. Две атаки он потратит. Две атаки. Так, теперь мой плезиозавр. Давай, иди сюда. По нему нужно сделать три, получается, атаки, да? Да, именно так. Все, кальмар отдупляется. И у нас ксенотодон. Так, а у нас аммонит. Блин, пробивает. А у нас аммонит. Он преимущественно имеет? Нет. Слушай, ну я думаю, что этого хватит, наверное, нам пробить-то его. Должно, должно хватить. Есть. Все, ребят, наша первая победа. Аммонит. Такой, да, в ракушке. С щупальцами. Так, и мы попадаем сразу в добытчики. Давай крутить колесо удачи. Ну, понятно, еда, как всегда. Следующая схватка. Беру Зуходуса, Кранозавра и Кайвикея. Кого тут против нас поставят? Артакантус, Геликоприон и Транохромирума, да? Так я понял. Блин, у него здоровье-то побольше будет. Хорошо. Зуходус никогда, в принципе, еще не подводил меня. Надеюсь, и на этот раз не подведет. Так, он не решил меняться, да? Окей. Две защиты взял. Лузерок. Тогда тебе крышка. Он, конечно, может поменяться еще. Выбрал, да? Давай, родной, иди сюда. Раз, два. Раз, два. Вырубаем его. И опять же возвращаемся к Артакантусу. 405 к атаке у него. Ну что я тебе скажу, он сольет сейчас все. Все четыре. Молодец. Прям как по указочке работает. Ну а мы в свою очередь уничтожаем этого. Так, а у нас Зуходус преимущество имеет? Да. Вырубаем Артакантуса. Ч
четенько. Так, и вот тринакромером появился. Давай, не кричи там. Угу, типа сам умный, да? Проверим на вшивость. Так, 110 хп остается у него. Ну что, по ходу дела он сливает абсолютно все. Все семечко в действии. Пять. О, как решил сделать. Ну что, ребята, у него 2 очка действия остаются, а у нас 8 очков в действии. Так что в любом случае мы 110 хп-то ему пробьем. До свидания. Я же тебе говорил, Зуходус еще никогда не подводил. Ну все, 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 начинает хвастаться здесь. Вот как-то так. И никак иначе. Ну что, ребята, вторая победа у нас. Мы сейчас, я думаю, перейдем в следующую лигу. Так, у нас были добытчики, да? Сейчас, по идее, должны быть охотники. А, выжившие, блин, какие охотники? Выжившие, конечно же. И... опять еда. Ладно, друзья, двигаемся дальше. Ромалезавр, Артакон и Генодус. Вот такая у нас тройка игроков. Сейчас глядим, кто против нас будет выступать. Мозазавр, Генодус и Геозавр. Вот Геозавр 38 уровня мне не совсем здесь нравится. Но в остальном, в принципе, все нормально. Так, у нас классовое преимущество, да? Я, наверное, сразу звездану по нему. Вот так вот. А он пускай там меняется, что хочет делать. Сейчас, наверное, поменяется на... точно. Ёк-макарёк, 600. Фига, он как ужасно выглядит. Так, нам надо что-то делать срочно желательно. Гигантский Артакон. Пока вижу только вот такой вариант, ребят. Сейчас пойдет меняться, скорее всего. Мой ход. Проверка. Вырубаем. Так, ну что, Генодус сейчас появится. Но ему не вариант меня бомбить совсем, ребята. Ему есть только меняться на Мозазавра. Ты серьезно? Отчаянный мужик. Раз, два. Поехали. Так, ну что, минус Генодус, а вот и Мозазавр. Ну, Мозазавр, конечно, будет иметь классовое преимущество перед нами, да? Само собой. Но ему придется потратить здесь все очки действий, чтобы... Блин, ты посмотри, какой гаденыш, а? Откуда он знал, что ему 3 атаки понадобятся, а не 4? Ладно, это не имеет значения. Добиваем. Вот и все. Так, ну что, интересно, мы перейдем с тобой на новую лигу или нет? Сейчас глянем. Хотелось бы, конечно. Но вряд ли, да, конечно, ребята. Слишком, слишком дофига нам еще тут прыгать, скакать.
И не чтобы 60 баксов дать, а? Так, ребят, продолжаем. Тилозавр, Артокантус и... Блин, Генобу собрать, что ли? Дело в том, что у нас остаются вот эти вот ни туда, ни сюда. Два одинаковых подкласса и хайнозавр. Ёк-макарёк. Прогнатодон, Генодус и кто там еще? Блин, два этих у него, да? Но этого вырубаем сразу, если будем первым ходить. Этого сразу на дно. Замечательно. В принципе, и... Нет, с Эдестусом придется повозиться. Он пропустит ход. Он даже меняет, ё-моё. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот и вот так. Побежит меняться сейчас, побежит. А ему даст ли это что-нибудь? Побежит он меняться? Нет, особого преимущества это ему не дает. Слушай, я могу его пробить, наверное, да? Проверим. Отлично, вырубаем. Ну, иди сюда, Генодус, иди сюда. Ты хотел от меня в плане, блин. Зашибись, друзья мои, у меня игра вылетела, мне не засчитали победу и... Пипец, короче. Мне не засчитали победу и... Этот. Раньше, помнишь, мы могли с тобой восстановить бой. Сейчас такого не было. Нормально. Так, Артакон врубает сразу, да? Протостегу эту. Причем в легкую. Мауизавр. Вот здесь вот похуже чуть-чуть. Но все равно вырубим. Но попозже. Так, почти 600, ребята. Он может нас сейчас наказать. Не захотел, тогда накажу я тебя. Готов. Так, и плезавр. Вряд ли он нам что-то сделает. Ну давай, ластоногий. До свидания. Блин, конечно, обидно, что прям посреди поединка вылетела у нас игра. И не восстановился у нас бой. Это несправедливо. Ну что, друзья, больше у меня, так я понимаю, нету возможности продолжать здесь поединки. 30 тысяч монет. Потому что, ну, элементарно неким даже будет играть. Окей. Ладно. Давай заберем наши награды здесь. Так, используйте в сражении три разных класса животных. Нам вот нужно что-то с ускорением делать. Так, а здесь у нас тоже награды. Раз, два, три. А это что такое? Разместить здание. Ну давай разместим какое-нибудь здание, фигли. Какое у нас тут есть? Ископаемый плезиозавр. Вот здесь где-нибудь. Вот тут поставить его, да? Допустим. Ну что же, раз нет у нас особого выбора, мы тогда будем драться
здесь. Поехали. Анкилодок, секодонтозавр и антракопельта. Значит, против анкилодока я возьму карнораптора, против сегонотозавра я возьму дундагозавра, а вот здесь спинораптора. Поехали. Да, не так уж много, конечно, у меня тут динозавров осталось, если честно. Были здесь гибриды только участвуют. Ударим сразу же. Он сейчас будет меняться вот на этого 31 уровня. Ну это серьезная заявка. Проверка на вшивость. Что он будет сейчас предпринимать? Все-таки атакует, прикинь. Он все-таки решил атаковать, а? Он все слил. Ну что, теперь тогда нам остается 3000 хп у тебя, да? Вырубаем. А вот дальше, блин. Анкилодок, 655 к атаке. Слушай, он нас не пробьет. А вот мы его вполне, ребят. Раз, два, три. Раз, два, три. Гуляй-ка, Петрушка. Ну-ка, здесь. Как он поступит? Ну и все. До свидания. Сейчас тогда мой спинораптор тебе просто сожрет с потрохами. Прекрасно. Да, ребят, ну это был только первый поединок, а там еще два. И где-то на эти поединки нужно взять динозавров. Где ты их возьмешь, скажи мне на милость. Ох, ёк-макарёк. Ладно, против этого, например, я возьму Раджастегу. А вот против этих-то как? Топиелозавр плюс Тропиогоптер? Как-то так. Получается как-то так и никак иначе. А другого варианта нет, ребят. Два нудогозавра. Ну что, тут сразу бомбануть по нему, а? Давай ударим. Блин, а тут еще нудогозавры 40 уровня. Ё-моё. Я меняюсь, ребят. Я меняюсь. И делаем вот так вот. Блин, он сейчас поменяется на этого. Еще и ушлепает мне, да? Нет, пока не ушлепает. Я чисто сейчас, ребят, хочу посмотреть, проверить его. Все, он сливает. Он сливает. Ну что, Раджастега тогда уничтожает нам гигакилоцефала этого. Так, с гигакилоцефала. Раз, два. Раз, два, три, раз, два. Так, попробуем. И вот они, нундагозавры. Сколько он будет сливать? Прекрасно. Так, выходи, родной. Нам нужно здесь... Попробуем. Окей. Блин, он пробьет меня сейчас, ребята. Он сейчас здесь меня пробьет. Но он все сливает. А вот сможет ли Раджастега его уничтожить? Сможет. Как раз тютелька в тютельку, ребят, хватает нам. Фьюх. Блин, а вот кем дальше-то драться? Там последний поединок остался. Кем? Ума не приложу. Гиганоцефал. Так, мегалозавр и тупуксуара. Лин, дорого стоишь. Почему вы так дорого стоите, а?
Вы серьезно? Я даже не могу никого откатить. Вот этого есть только. Давай, иди сюда, будешь помогать. Так, потом диплозуха и анкилодока. Все, ребят, другого варианта не вижу. Другого варианта я не вижу, как тут можно будет еще справиться. Блин, тупуксара еще это лезет, блин. Сразу ударим. Кого же ты возьмешь, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо дело. Блин, он наверняка сейчас, наверное, возьмет его, мегалозавра. И сразу удар, да? Раз, два, три. Пипец. Тупуксара сейчас запинает нас. Да, запинает, ребята. Ну, мы запинаем его. Раз, два, три. Так, вот сделаем. Так, и выходит гиганоцефал. Слушай, по-моему, мы здесь победим. Да. У нас 5 очков действия, у него всего там в запасе 2, по-моему, очка действия. Одно даже. Есть. Прошли мы, ребята, это событие. Фьюх. С горем пополам, но прошли. Так, скалозавр. Скалозавр. Монолофозавр и скалозавр. Вот столько ДНК мы получили. Ну, а здесь, я так понимаю, ребята, мне уже ничего не светит, потому что динозавров-то и не осталось. А тем более травоядники здесь нужны. Здесь, здесь. Ну, давай попробуем один поединочек. Аптозавра возьму. Плюс. И Аламбию. И, например... Так, тихо. Барионикса и Эоламбию. У него-то прокачана Эоламбия. Ладно, это просто деньги на ветер, мне кажется. Он может только поставить против нас Эоламбию. И тут нам пригодится Барионикс. Ага, заминжевался, ребят. Понятно, сразу пошел меняться, нифига. Атаки-то здесь сколько? Проверка. Так, вырубаем же, да? Угу. Эй, Морфодон. Понятно, короче, вырубил меня. Такс. Нам должно хватить, да, по идее? Вырубаем его. И там Тупуксара? А, нет, Рамбургиана. Он не стал ходить, ну и зря. До свидания. Смотри-ка, один поединок, ребят, мы все-таки одолели. С горем пополам. Ну, там еще три. Просто элементарно не хватит у меня живой силы. Амбургиана, Дракорекс и Процетарозавр. Ну, вот что я тут вот сделаю против этой Арамбургианы? Ну, что?
Орхозавра взять. Даже лучше... Нет, ну пускай будет орхозавр здесь против дракорекса. Кого я возьму против дракорекса? У меня нет хищников. У меня нет хороших хищников здесь. Да. И долларов нету, чтобы сделать откат. Ну что, лангозавра брать? Ну это смешно. И процертарозавр. Ну что вот против него? Давай так сделаем. Блин, лучше бы я не стал бы драться, ребята. Я бы так бы и деньги сэкономил бы. Тут заведомо уже все, нам крышка. Хищников нет у меня. Ни индоминусов, никого. Ни карнорапторов. Ни спинорапторов. Да. Он сейчас возьмет хищника. И тут меня порвет. Нифига ты. Раз, два, три, четыре. Так, вырубили. Дракорекс. 841 к атаке. Так, ну что, я думаю, этого охламона мы завалим. Дракорекс этого. На тебе. Процетрозавр. Я он так выглядит прикольно. Ну что, твой вылет, птичка. Птеродактиль, естественно, ребята. Смерть с небес. Атакуем. Все вроде бы хорошо, ребята. Но все равно, ребята, жалко, что доиграть события не получится. Никак. Гриппозух, Раджастега и... Ну вот, вот о чем я, в принципе, и говорил. Не получится абсолютно никак. Эх. И это меня угнетает. Естественно, Раджастегу. Кого же он еще может взять? Так, а у нас... Я вот этого, наверное, поменяю. Так вот сделаем. Он не хочет атаковать. Есть. Так, раскололся, да, орешек? Так, 2800 у тебя, да? Этого более чем достаточно будет, чтобы тебя пробить. Так, а дальше пошли эти гриппозухи. Но у них тоже, ребят, хп, извините меня. Сам видишь, сколько. Атаковать не стал он. Давай так сделаем. Такс. Минус, и остается последний. Это Протерогеринус. Семечку в действии, 406 к атаке. Сколько он будет сливать? 5. Все, до свидания. Сейчас тебе мой Эдиоморфодон просто распишет. Как по ноточкам. Как по ноточкам, ребят. Эдиоморфодон тоже, ребят, крутой. Блин, прикинь, и последний поединок остается, и как его бомбить? Тут уже, ребят, все. Блин, суперзавр, тирана. Тут еще, ну вот единственное, что зухариптор, да. А в остальном... 183 уровень, нифига себе. 3400 хп.
59 уровень. Не, ну тут что-то вы, конечно, маху дали, ребят. Вы чё? Блин, ну хоть бы какой-нибудь хищник был бы более-менее. Я бы мог бы вот здесь вот, наверное, все-таки раздавить этого лапа. Или доллары были бы. А так не получится. Ну, я, ребят, по крайней мере, постарался. Как можно дольше потянуть. Тут еще какой-то вызов. Что за вызовы-то, я не могу понять. Необходимо разместить украшение 2 миллиона. Украшение. Это типа фонтана или еще что-нибудь, да? Или... Не знаю, ребят. Трындец. Я, наверное, никогда это задание не выполню. Так, ну что, друзья мои. Наверное, будем на этом закругляться. Я, кстати, подожди, ежи. Хотя... Все. Игра просто вылетает на ровном месте. Опа. Эволюция-то завершена. Так, а у нас там по заданиям-то все сделано или нет? А, тут уже обновилось. Понятно. То есть я не успел забрать ежедневник. Офигеть, на моих часах 2 часа дня, а у них уже обновилось. Не рано ли вы обновили-то там? В общем, короче, испортили мне всю игру. И ежедневку не получил, и события не допрошел. Так, ладно, давай кого-нибудь сюда поставим на эту, на эволюцию. А кого нам... Лимна Селиса не хочу. Во, давай. Стегозавра. Пускай улучшается. Ну что, ребята, на этом я сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.